И всем привет, уважаемые зрители, я продолжаю играть в GTA San Andreas. Вот, наконец-то, мы поедем к Зеру, у меня как раз есть деньги, я смогу начать у него работать. Вот, и давно не было GTA, да, я не мог, вы знаете, я болел. Вот, но сейчас до сих пор я еще как-то непонятно болею, вот. Так что, будет теперь опять, как обычно, по выходным GTA и Майнкрафт. Вот, так что давайте приступим к прохождению. Вот, едем в Зеро. Так, надо сначала доехать. Я вообще здесь оказался. Просто катался. Вот, но если честно, меня за кадром прибили. Вот, меня задавили здесь. Я вот как вот эту тетку. Вот, и... Ой, едет злой, да? Да, ехать ты не умеешь. Отстанет мне. Вот, и давайте же купим. Иначе нельзя никак проходить миссии. Это очень интересно. Вот, ну давайте ждем. Наверное. Ну да, ждем. Потому что я вам хочу кое-что сейчас сказать. То, что я это уже снимаю второй раз. Почему? Потому что первый раз я все прошел. И бац! У меня. Что-то непонятно с GTA случилось, и мне пришлось перезагрузить компьютер, ничего не сохранилось. О, как было эффективно. Красиво было, эффектно. Вот поэтому... нифига, у меня ничего не записалось, поэтому... очень все печально, так что... это, дурдом? Так что вот так вот. Все, берем оружие, и идем к нему. Вот, и миссия будет называться Air Ride. Вот. Так что очень печально, да, печально. Вот, ну, hey, ладно. Up, Carl, apart from my blood. Так что сейчас мне опять-то придется слушать, вам показывать, вот, ну ничего. Вот. Так что вот, не знаю, что случилось с GTA. Вот мы здесь будем уничтожать самолеты, вот, 200 с чем-то минуты. Вот, так что давайте послушаем, о чем здесь болтают, и будем уничтожать. Вот, и еще я за кадром... ну, точнее, не за кадром, а когда снимал предыдущую серию, ну, и удалил, точнее, она меня не удалила, она меня не записалась. Вот, я еще сходил к ВУЗе, и там надо... что-то практиковать, чтобы пройти эту миссию, поэтому, если вы знаете, что мне сделать, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот, и, как видите, здесь у него продаются человечки с Grand Auto из GTA, этого самого, да, GTA Vice City, интересно, они на самом деле продаются. Вот, я бы хотел бы с GTA человечки. And they say gangbangers is petty and small-minded. Так. О, что-то пикает. That's him. We shall fight to the end. Хорошо, будем воевать, да? Berkeley's launched a full-scale attack. И как мы на крыше, интересно, This is insanity. All batteries come in. Немножко я сейчас себе потише сделал, потому что это шумелка, это вообще пипец. If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack. No problem, man, but they're only toys. They're not toys. They're just smaller. CJ, bogey's at 12 o'clock. Хорошо, будем стрелять. Вот так что будем... точнее, 3 минуты надо будет стрелять по этим самолетам. Вот так что это уже второй раз прохожу. Hey, kid, don't get cocky. Какие каки? Так, где? Вот. Уничтожаем все эти самолеты. Ух, какие. Интересно, на людей это падает или это пропадает? Получается, у них бомбы есть с собой. И они вот падают и взрываются. Интересно. Так там должен быть город вообще капец. Так, 2 минуты уже почти отстреляли.
Так, а что же он делает? Он просто так смотрит. Ты молодец. Так. А, вот здесь. Так. Да ну нафиг. Так, бомбы ты не бросишь, гад. Так, делай. На тебе. И тебе на. И на тебе. И тебе на. Всем на. Вот так. Уничтожаем эти самолетики. Он просто стоит, вообще ничего не делает. Он что, тушить будет? Если он хочет что-то тушить, то я думаю, ему не понадобится ничего тушить, потому что я вижу, куда стрелять, и у меня это получается. И самое меня радует, здесь нету нагрузки на оружие, нет. Нет, и не бросишь бомбу. И ты не бросишь. И ты не бросишь. И ты не бросишь. Так, отлично, отлично. Получается, нам нужен, чтобы у нас был хороший сигнал. Если плохой... То есть, если у нас вообще сигнал пропадет, это будет плохо. То есть, миссия будет провалена, к сожалению. На тебе. Но... На тебе. На тебе, как ты бомбу бросил, да, наверное? Не бросили, молодцы. Попал, все. Миссия пройдена. Ха-ха, отлично, Well done, Carl. Now leave. I must prepare for the battle's ahead. Never have so few owed so many. Too little, three. No, that's not it. What is it? We will fight him on the beaches. Well, rooftops. Так, все, миссия выполнена, мы получили 3000. Это очень классно. Вот. Так что, надеюсь, вам серия понравилась. Ставьте пальцы, комментируйте, подписывайтесь. И на это все. Всем пока, ребятки.